Продолжаем. Соцсеть ВКонтакте может запустить систему денежных переводов. Уже в этом году пользователи соцсети смогут осуществлять денежные переводы друг другу. Предполагается, что перевести деньги можно будет с помощью любой банковской карты. При этом не нужно знать расчетные реквизиты получателя. Деньги можно будет перевести на имя любого пользователя, который прикрепил карту к своему аккаунту. Пока денежные операции ВКонтакте проводятся только для оплаты внутрисетевых подарков, стикеров и рекламы. Ну а сервис для денежных переводов в начале этого года уже был запущен другой российской социальной сетью «Одноклассниками».